Всем-всем огромный привет! Хочу сегодня поделиться своей радостью, просто восторгом от посылки, которую я сегодня получила. Не так давно мне написала ВКонтакте девочка, ее зовут Катюшка Стрельцова. У нее нет своего канала, но она у меня есть в друзьях ВКонтакте. Катя мне написала, что выслала мне сюрприз по почте. Дело в том, что, посмотрев ролик, где я показываю коллекцию своего кускового мыла, она решила сделать мне сюрприз очень интересный. Она сделала мыло мне сама. Вы знаете, обычно, когда мне пишут в личку, что «Светлана, ну, мы хотим вам там сделать подарок или еще что-то», я долго отнекиваюсь сначала, говорю, что не надо, но это действительно так, потому что мне очень неудобно. Я не могу в ответ всем послать посылки достойные, ну и порой даже вообще не могу ничего в ответ послать, потому что мне действительно девочки много присылают и часто. А тут я даже не смогла сказать, да нет, не надо, я как слово мыло услышала, да еще ручной работы, у меня прям дыхание перехватило. Спасибо тебе, Катюш, вот огромное спасибо, потому что мое дыхание, оказывается, тогда не перехватило. Его перехватило, когда я открыла коробку и увидела, что ко мне вообще приехало. Это настолько, ну, шедевры. Ну, давайте я не буду томить, я вам покажу и расскажу. Дело в том, что посылка была вообще для троих. Для меня, Максимки и для Степы. Вот со Степиного-то подарка я, наверное, и начну. Он еще его не получил. Я ему показала, но не дала. Поэтому Степа пока бедный ждет. Вот такое кошачье лакомство. Интересно, что это идет. Хотя и корм сухой, но, в общем, больше 15 подушечек в день я прочитала нельзя. И это идет ежедневная норма кормления. Так. Как-то тут написано. Добавка к ежедневному рациону кошачьему. Но долго я не буду останавливаться на Степином подарке, хотя я думаю, Степа обидится. Вот так второй. То есть первый тут идет у нас с рыбкой, с лососем, второй с говядиной. Еще такие они разноцветные. И третий с курицей. Вы посмотрите, какое чудо красивое. Да и хватит надолго, если больше 15 подушечек в день нельзя. Ну и вот такое было чудо, смотрите, с пушистым хвостом. После ролика обязательно Степе его дам. Интересно, как он отреагирует на этот пушистый хвостик. Вот такая вот маленькая мышка. Красивая-прекрасивая. Дальше идут Максимкины подарки. Максимки пока дома нет, он у бабушки в гостях, придет уже вечером. И постараюсь его втихаря, пока он не видит, снять, как он будет реагировать на посылку, на свои подарки. Ну, я пока покажу, но потом вам уже покажу, что же там, какая будет его реакция. Вот такое чудо. Angry Birds, яйцо-раскраска. Тут написано, что вот краски и кисточка внутри. То есть, получается, нужно разукрасить само яичко тем цветом, который должен быть именно на этой птичке. Но ему досталась вот такая птичка, он знает, как их зовут, это я не знаю. Он на самом деле очень любит вот такие вот игрушки с сюрпризами, с какими-то вот там мармелад еще плюс внутри. Вот это вот прям вот он очень реально обожает. Поэтому, Катюш, как ты угадала, не знаю. Обычно девчонки не знают, что же можно послать 9-летнему мальчишке. А тут прямо то, что надо. Но это еще не все. Посмотрите, какой сюрприз приехал еще. Это бурлящий шарик от кафе красоты. Детский бурлящий шар с сюрпризом. Классический пломбир, аромат ванили, молоко и витамин F. Вот такой, ой, какой он вкусный. Шарик его больше съесть хочется, чем... Вот он, да, вот так вот и пахнет мороженым вкусным. И плюс еще, оказывается, когда он отбурлит, там будет сюрприз. Думаю, я сегодня буду Макса ночью-то купать. Он меня, наверное, сегодня скажет, мама, пойдем меня мыть, потому что надо же узнать, что же там бурлит-то. Так, как мне поставить, чтобы было видно? Давайте вот сюда вместо вазы. Так, Максимки. Это вообще, я думаю, он будет пищать. Вы посмотрите,
какие ластики к нему снова приехали. От ластик пазл. Ему не так давно ластик пазл присылала Катюшка Путякова. Теперь вот такие вот машины. Смотрите. Грузовые, большие. Еще смотрите, в машинах в одной что-то даже лежит. Они все разные. Ну, я сама прямо в восторге. Я уж крутила-крутила. Представляю, как Макс будет пищать, когда он это получит. Дальше. Тоже ластик. Вот такое чудо прекрасное. Вот такая вот прелесть. Вообще такое классное. Следующее покажу. Вот такая киска. У нее даже ушко завернуто верхнее. Смотрите. Вот такая красота. Так, сейчас я их попробую поставить, чтобы они... Ай-яй-яй, не падали. И вот такой кенгуру с кенгуренком в животике. Видите, там в сумочке кенгуренок. Вот такая прелесть. Ой, я вообще такая радостная, как будто это все-все мне прислано. Ну, представляю, как Макс будет радоваться. Ой, ну давайте я так их положу, раз они не хотят лежать. Дальше Максимке были сладости, тоже связанные с Angry Birds. Вот такие вот шоколадки, вафельные батончики. Вот такие вот. Катюш угадала, настолько он это все любит. Это все он сейчас сначала спрячет и потом будет себе выдавать. Он сразу-то не ест. Он сначала всегда прячет. Ну, теперь давайте я покажу, что же было мне-то. Про себя-то. Первое, впервые, если честно, держу в руках. Это вот такое яблочко. Это крем для рук. Ну, естественно, я уже все открыла, посмотрела, как же. Крем для рук я мимо меня вообще не пройдет. Это я обожаю. Вот такая крышка, верхняя часть. Вот не знаю, как Макс реагирует, но я думаю, он первым делом будет у меня просить, когда закончится. Вот он такой желтенький. Ой, обалденно пахнет. Вот по-другому не скажешь. Не люблю я это слово, конечно, потому что вроде русский язык богатый. Давайте вот так вот. Ну реально, он настолько вкусно пахнет, что по-другому трудно как-то назвать этот аромат. Он бесподобный. Прекрасный крем. Аромат очень вкусный. Я его когда тестировала, муж вышел из комнаты. Первое, что он сказал, чем это вкусным таким пахнет. Я говорю, яблоком? Он говорит, да, яблоком. Я говорю, это вот кремом. Моим новым. Вот такой вот кремушек. Спасибо тебе, Катюш. Вообще такое чудо. Если честно, это была моя мечта. Кремы вот в таких вот фигурках. Они бывают в аптеке продаются, но я наши аптеки уже несколько раз все обошла. Но в наших почему-то нету. Ну и самое интересное. Это вообще, сейчас я вам начну показывать. Это мыло. Все кусочки пришли вот в такой вот слюде. Поэтому я вам покажу в слюде. И сейчас это откроем. Остальные я уже шуршать не буду. Я уже их аккуратно все открыла. После ролика, конечно, я их запакую. Но подожду, когда Максимка посмотрит. А потом все запакую обратно. Сейчас я это открою, чтобы мы с вами смотрели уже без всяких пленочек. Посмотрите, какое чудо. Вообще такое... Ой, красивые, разноцветные. Даже цвета такие, прям вау. Для меня это произведение искусства. Вот по-другому не скажешь. Посмотрите следующее. Вот такое мороженое. Они еще очень-очень вкусно пахнут. Прямо вот прям вау, как вкусно пахнут. Реально. Так, сейчас местечко освободим. Так, сюда. Следующее. Вот если бы не сказать, что это мыло, неужели кто-то может догадаться, что вот этот вот мишка с такими лапками, вы посмотрите, какие у них пяточки классные, вот с такими вот передними лапками. Ой, такое чудо.
Неужели скажут, что это мыло? Вы посмотрите, а пахнет как? Это вообще... Ой, я не могу. Чем-то вот таким лимонным, цитрусом, с цветами. Я не знаю даже чем, но очень вкусно. Следующее мыло, это вообще, это я. Это я. Это я со своими мыльцами. Это вот такой хомяк. Это вся моя сущность. Это я над своими запасами, как этот хомяк с печеньем, так я над своими мылками. Вот такое чудо, прелесть. Хомочка. Это я сейчас еще притихла, а то я, знаете, как пищала вначале. Ну, я думаю, кто любит такие вещи, меня поймут. Вот такое произведение искусства. Тут, в общем, клубничка стекает. Ой, у меня даже слюни текут. Я ж на диете сейчас. Как его не съесть, а? Разве можно таким мыться? Им не то, что мыться, его съесть хочется. Но мыться я ими не буду. Это мою коллекцию. Все будет спрятано. Я вот думаю, как мне отъехать, чтобы было все видно еще. Вот так. В общем, тут досочка у меня. Вам ее будет немножко видно, но... Ничего страшного, зато будет видно все. Ну и последнее. Это будет такой песик. Посмотрите, у него лапки цветные. Хвостик цветной. Ой, он такой милый, он спит. Посмотрите, он спит. У него есть и носик, и глазки. Посмотрите. Ой, меня аж заело. Вот посмотрите, и все тут. Ой, я не могу. Мне даже плакать сегодня захотелось от радости. Вот, ну реально, настолько это чудо такое, что вызывает только вот щенячий просто восторг и писк, и радость. Потому что, ну действительно, девчонки, это что-то с чем-то. Вот такая красота ко мне приехала от Катюшки. Катюш, реально огромнейшее тебе спасибо, вот огромнейшее. Каждая девочка присылает то, что, мне кажется, ну лучше уже вообще быть не может. И все равно приезжает еще то, что я никогда не видела, никогда не тестировала, не пробовала. Ой, вообще, это такое чудо. Вот я сейчас так и буду перебирать, пока Максимка не вернется от бабушки. Так и буду все переставлять, нюхать. Ой, это просто чудо. Спасибо, Катюша, огромное спасибо. Я уж не знаю, как мне тут в кадр-то все показать. Ну, теперь будем ждать Максимку, как он отреагирует, посмотрим. Солнышко садится, уже темнеет, поэтому немножко, наверное, уже темновато. Я специально положила доску на стол. Видите, у меня скатерть-то темная, чтобы было лучше видно. Вот поэтому тут такая досочка лежит. Надеюсь, вам было со мной интересно, надеюсь, со мной тоже порадовались и повосхищались вот этой вот красоте. Действительно, вот для меня это шедевр просто. Разве можно это мылом назвать? Нет, конечно. Это вот как ластики, нельзя назвать ластиками, потому что это такое чудо. Так и мыло нельзя, тем более это ручная работа, человек сделал сам. Даже если, ну вот, я не знаю, формочка там или еще что-то, но тут же и глазки, и носик, и лапки, и вот печененка. Все разными цветами. Прелесть. И тут это ж надо вот, так, вот такую прелесть. В общем, я сейчас так и буду пищать и перебирать. Ну, оставайтесь со мной. Я еще хвостик приклею. Я думаю, будет что-то тоже еще интересное сегодня. А так сейчас у нас выбрала.
Когда на батуте полетел. Пойдем. Пойдем. Сегодня был просто парк аттракционов у нас. Ну проходи. Хорошо. Я уже тут все разложила. Сняла ролик? Да, я снимала, но не хотела, чтобы ты свое сам посмотрел. Хорошо. А ты не снимала мое? Твое, ну я снимала, но мне хотелось, чтобы ты свое сам увидела. Хорошо. Вау. Вау! Это кто прислал? Это Катюшка. Ты ее не знаешь. Она у меня как-то заказ делала. И она знает, что я мыло очень люблю. И прислала мне мыло. И тебе подарки. Но, а сможешь определить, что твое? Да. Ну, посмотрю, попробуй. Хопа, 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 хопа. Не, ну хопа. Ты радуешься. Хопа, 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 хопа. Это не твое дальше. А что это? Это мыло. А это? Это тоже мыло. Подаришь мне его? Подаришь мне его. Это мое будет. Но мы это не будем использовать, это и это. Да мы вообще никакое использовать не будем. Ага, ну и тортик. Но тортик мне будет. А вот это пропустим. Вот это. Вот это. А ты знаешь, что это такое? Что это? А ну-ка почитай. Игрушки внутри шара. Что за... Это игрушка... Это... Получается, это игрушка, чтобы это... Получается, это игрушка, чтобы... Бурлящий шар. И вот, да. Да, это там игрушка. Да. Круто. И только узнаешь, когда будешь купаться. Круто. Вообще. Это, посмотри-ка. Да, милашка, прелесть. Это котик? Да. Круто. Это смотри, знаешь кому? Стёпе. Стёпе. Милашка. А это смотри чего? Яйца-раскраска. Вау, это уже... Краски и кисточка уже внутри. Это уже супер. Дупер. Рэд. Рэд? Это красное которое? А это что, мыльце? Да, это тоже мыло. О, вот эти две моих. И вот это. А Мишка смотри какой. Да, прелесть. И хомячок. Хомячок. Хомяк это как я. На меня похож? Ага. Наоборот, как я. А это отгадай, что такое? Это игрушка, которая внутри яблока. Нет. Показать? Да. Можно я открою? Ну давай, только осторожно. А что там? Что-то жидкое? Ну, попробуй угадай, что это. Крем? Да. Крем для рук? Да. А он кому? Он кому, а ты кому хочешь? Себе. Нет, это мое. А он мне. Баночку, да? Баночку тебе. Ну, когда кончится, я тебе баночку дам. Ну, это прелесть вообще. Я так и знала, что он на мыло все уберет. Так бы и съел. Все, это просто прелесть. Это все мое хотел бы. Это... А это смотри. Кенгуру. А внутри в животе смотри, чего. Кенгуренок. Да. Это на нас с тобой похоже. Ага. Ты на мне до сих пор так висишь. Так вот. Ну чего, рад своему или прям на мое мыло среагировал? А это посмотри, круто, как даже в этих. Что-то ест. Да, как будто бы прям наполнено там. Это тоже трансформер, видишь, пазлы. Ага. Разбираются. Колеса, смотри, колеса снимаются. Круто. Вообще круть. А мне вот этот понравился. Ага, мне тоже. Ну, мыло тоже класс. А это знаешь что? Корм для кота? Да. Катюшка даже коту прислала. Если бы у тебя была возможность выбрать себе что-нибудь, что бы ты взял? Всего. Всё, даже кошачий корм? Ну, да. Ну, я со Стёпой поделился. Я так отрывал, Стёпе давал немножко. А-а-а. Ну, кормил его самостоятельно. Все ясно. С котом-то будешь играть? Угу. Она еще гремит. Круто. Прям перья еще такие мягкие, гладенькие просто. Спасибо. Ты понял, что я тебя снимаю? Да. Когда ты понял? Когда мы еще обзоры, ну, я тут радовался, я заметил камеру, но еще не сам начал. Я сначала думал, что я просто смотрю. Он нас раскусил.
Но все равно не сразу раскусила. Но зато это все равно круто. Я не верю, что это мыло. Я думаю, что это какая-то игрушечка. Но сначала потому, что это статуэтка банановая. Ой, это тортиковая. Ага. А это я подумала, такая вот жевательная конфета. Да? Ну, вот так, ага, вот такая вот вафелька, и ты ее... А вот это вообще как будто просто статуэтка, да? Ага. Скажешь, что это собачка? Угу. Вообще. А мыться-то когда будешь? Не знаю, сегодня. Сегодня время 12:30 ночи. Не страшно. Не страшно, все равно мыться пойдешь. Можно? Можно. Будем тебя до утра мыть. Будешь бурлить шариком. Ага. Ну, правда, интересно, что ж там внутри такое. Все ради шарика. Так, я так и думала, что он мыться будет проситься. Вот так. А где Степа-то? Степа. Он принесли. А вон он на окне. Сейчас я его принесу. Угу. Сейчас попробуем Степе показать. Раз нас Максимка раскусил. Иди сюда. Вот он наш Степа. Вот он наш Степа. Попробуем. Ну, кидай. Ну, так, чтобы тебя было видно. Вот так? А ты закрыл камеру-то. Степа, понял что-нибудь? Понравилось, все, играть пошел. Разнюхивает, боится, а потом будет играть. Ну-ка мы его сейчас попробуем вот так еще снять. Ой, ему нравится. Уже играется. Ну-ка, Степа, рад ли ты? А, ну его где? Понравилось. Скажешь Кате спасибо, Степа? Спасибо. Да, Степа говорит спасибо. Вот, как ему перышки-то нравятся. Завтра, наверное, все перья будут из Степы торчать. Понравилось. А мышка будет шариком. Угу. Лазастенькой. Ну что, угостим Степу кормом? Да. Ну, пойдем. Ну, так вот, понравилось. Ой, даже не жует. Вот тебе и лакомство. Ага. Степа, вкусно? Даже центр не пробует. Там не, внутри. Ни одной не грызанул. Все, кончилось. Пусть быстро кончилось. Степа. Даже вкусняшку саму не съел. Степа, кончились, потерял. Угу. А где у него эта игрушечка-то? А, там. Сейчас принесу. А вот она, Степочка. Держим. Ну все, Степе хорошо. Ну что, Максимка, скажешь Кате? Спасибо, Катя. Мне очень понравилось то, что ты мне подарила. Особенно эти ластики. У меня ластик-пазл когда-то был. Только тут было написано Kitchen, а тут Boys. Угу. Я думаю, у меня все ластики заполнились. А у меня тут еще сколько всего. Да, он думал, что уже со всего мира собрал все ластики. И все конфеты попробовал. Не думал, все конфеты попробовал. Вон, грохот какой. Это у нас Степ скачет. Степ, хорошо. Ну, все счастливы. Степ, а ты что скажешь Кате? А Степ застеснялся. Вот, он умеет нас стесняться. Максим отмахни. Вот так вот он. Все, хорошо, Степа. Ну все, спасибо, Катюшка, тебе огромное. Настолько порадовала, вот реально, спасибо большое. Все тут все замечательное. Еще что-то сказать хочешь? Ну, говори. Еще это. Я люблю раскраски, Angry Birds, и люблю неожиданности. Да, когда сюрпризы, это он правда любит. Сейчас будет мыться, правда, проситься у меня ночью-то. Тяжеленькая. Тяжеленькая. Ну все, всем пока. Всем пока. Макса застукала. Вот он чем занимается. О, кино, мультики смотрит про Рио. Рио 2. Ну давай покажи, что там было-то. Вот он уже нарисовал брови, носик, птички. А покажи, какие краски-то были. Вот, внутри были вот такие краски. И кисточка. Покажи кисточку. Ну, где ты? Вот сюда, над краской. И вот такая кисточка. Она была вот тут. Да, она была вот тут и к
конфетки. Ну, разукрашивай. Понравилось? Угу. А что у тебя там в ванной? Ливается вода для моего бурлика. Бурлик. А ты в курсе, что у тебя вода перелилась? Я вот сейчас ходила, выключила, она теперь в дырочку там вверху в слив сливается. Хорошо. Хорошо. Чуть не проспал. Знаете, сколько время? Пол первого. Да. Бурлик, иди бурли. Угу. Потом дорисуешь. Каким цветом будет птичка-то? Красного. Покажешь ее на картинке? Вот какая она будет у нас. Ага. Нравится? Угу. А где хранить будешь? Вот здесь. Ясно. Будет у тебя как это, статуэтка. Такое яйцо, да. Ну, оно вот в эту штуку поставит, на полочку. Будет такая в прозрачном яичке. Ну что, пойдем бурлить, а то уже спать пора. Ночи. Вот он так шумит. Вот он как бурлит. Только у нас сюрприз выявлялся. Ну ты опусти его, пускай он бурлит внутри. Вот какой сюрприз. Да не сюрприз, опусти, а шарик. Я не могу ничего снять. В общем, вот так бурлят эти шарики. Холодный? Угу. Они обычно холодные становятся. И так, и вот такой сюрприз с обезьянкой. Вот такой круглый мячик. И там внутри вот такая обезьянка с бананом. Вот такой сюрприз. Только пока Максимка открывал, обезьянка выпрыгнула. Ну все, теперь всем пока. На, Максим, держи свою обезьянку. Посмотрите, что делает Степа. Что делает? А я Степу обнаружила. Ах ты, да сраница. Вот он чего тырит-то. И далее. Он корм тырит. Да? А я думаю, что Степа орёт все. У нас еще все на виду. Да? Не далее? Да вообще жизнь страшная штука, Степа. Мы пока с Максом там одно делаем, а он тырит и орёт. Ладно, он прятает, что делать? Стёпа спрятать. Ну хорошо ты делаешь, Стёпа, воровать плохо. Ой, как плохо воровать, да. Ну конечно, совести нет твоей кошачьей. Вот здесь должно лежать, да? Мы тут убрали его плошки-то на камеру-то. Да? Ну ладно, не ругайся. Макс намылся. И вместо кровати снова сел рисовать. Получается? Угу. Нравится? Ну, покажи, что у тебя попалось в этом, в шипучке-то. А, мне попалась такая вот обезьянка. Она похожа на монетку круглую. Ну-ка, скажи. Понравилось? Ага. Кстати, он коллекционирует такие шарики. Где-то они у него есть. Да? А где они у тебя, кстати? Вот они. Сейчас мы вам даже покажем. Вот у него есть такая банка. Ну, давай сам. Так, сюда положим. Так что выпало нам тут все в коллекцию. Угу. Мы же великие коллекционеры. Чего мы только не коллекционируем. Угу. Что-то у нас никак сегодня ничего. Вот, видали? Вот это ненужные. Вот их сколько уже. Вот тут они разноцветные тоже. Вот такие. Это из капсул попадались, это тоже когда-то еще. Ой, один уже убежал от меня. Вон, видите, какие интересные. И теперь у нас в коллекции еще будет и обезьянка. Вот такие у нас тоже это. Штампики. Подарки, штампики. Кто тебе, Катюшка присылала? Ну да. Да, это от Катюшки. Еще где-то у него один штампик находился. Ага. Вот. А вот он. Нашла вот еще один. Так что у нас все в коллекцию. Ну что, Катюша, скажешь? Спасибо. Да. И всем пока. Всем пока.